соцсетях обсуждают кадры разборок школьников. Пятиклассники, словно взрослые, стали выяснять отношения прямо на детской площадке. Тут собак. А? Блин. Тут собак. Да что? Инцидент произошел в металлургическом районе. Сначала между собой выясняли отношения два мальчика, потом подтянулись и другие ребята. После просмотра этих кадров люди в соцсетях начали активное обсуждение. Как дети, которым на вид не больше 10 лет, уже матерятся и даже успели пристраститься к вредным привычкам. Впрочем, пользователи соцсетей надеются, что эти кадры увидят их родители и займутся воспитанием своих отпрысков.